На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект, касающийся электронизации, информатизации системы здравоохранения. Это группа поправок в ряд законодательных актов, которые фактически закрепляют сегодня законодательное понятие телемедицины, соответствующих электронных систем обработки данных о больных, о заболеваниях, о лекарствах, о, скажем так, необходимости их потребления. Все это будет закреплено законодательством. Естественно, подобные изменения в закон 323 об основах охраны здоровья граждан необходим, однако, на взгляд нашей фракции, закон содержит очень много рисков. Риски, в частности, связаны с несанкционированным доступом к персональным данным. Это уже будет не просто фамилия, имя, отчество или там, год рождения. Это будет информация о заболеваниях, об анализах, о прогнозе лечения. И все, что с этим связано, естественно, эта информация весьма дорога. А учитывая весьма коррумпированную систему работы с этой информацией, многочисленные утечки, мы предполагаем, что существующая система защиты, существующие меры предосторожности, которые в этом направлении будут задействованы, недостаточны для того, чтобы вот эту врачебную тайну в том числе сохранить. Поэтому нами будут предложены поправки в этот законопроект. Пока в первом чтении мы считаем его сырым и не готовым к принятию.